Всем привет! Сегодня у нас в гостях инструктор по серфингу, также участник чемпионатов России по серфингу Данил Филин. И вот он не пропускает ни одной хорошей волны, даже зимой. Ну, во-первых, расскажи, как можно на это решиться? Серферов двигает именно страсть кататься в холодной воде, кататься зимой, не обращая внимания на какую-либо температуру, на окружающую среду. У нас волны зимой шикарные, на самом деле. Очень хорошее качество, то есть южные направления волны приходят к нам, и помимо этого еще северный ветер, он равняет волну, и она становится гладкой и очень хорошо подходит именно для серфинга, что летом как бы крайне редко бывает. Ну и, конечно же, как же не замерзнуть? На самом деле, то есть зимний серфинг уже давно развит. Это технологии современные и гидрокостюмы, которые используют, они позволяют кататься. Вот, допустим, у нас температура воды опускается до минус 2 градусов, сейчас минус 2 в феврале. Если ветра нет, тогда 2 часа, вот мы последний раз катались неделю назад вроде бы, 2,5 часа ребята сидели в воде. Все хорошо. Все хорошо. Мерзли. Ну ладно, тело у вас закрыто, но лицо-то открыто, и все равно эти вот эти ледяные брызги попадают. Как это? Да, самое неприятное, это когда вот именно ты спрыгиваешь с доски, либо тебя накрывает волна, ты оказываешься под водой, вот тогда... Вот кто хочет попробовать первый раз серфинг, я не советую это делать зимой. Тогда вот первый раз тело парализует, просто когда ты заходишь. Ну вот когда вот в пробит ныряете, и какое-то шоковое состояние у организма возникает, стрессовое. Это длится там несколько секунд, ты переосмыслишь всю жизнь. Потом это все проходит, и там 2-3 раза ты окунаешься в воду, и потом этого уже не замечаешь. А у тебя тело привыкает ко всему. Ну и гидрокостюмы все равно мы используем мокрые. Соответственно, вода попадает в них, и она там циркулирует. Гидрокостюм не выпускает тепло. Вода, которая попала, она греется, и серферу становится тепло. А вы не пробовали использовать сухие? А вот сухие гидрокостюмы, они сковывают движение, и ты как поплавок будешь, если будешь кататься. То есть для САПа они подходят, но не для серфинга. Производители гидрокостюмов, они борются за эластичность гидрокостюмов, чтобы движения были маневренные, чтобы не сковывались движения, потому что постоянно надо быть, ну это спорт, постоянно надо быть в движении, и надо постоянно грести, и чтобы было все хорошо. Ясно. Ох уж эти суровые приморские мужчины, закаленные огнем, водой и женскими капризами. Это, кстати, по-моему, самое серьезное испытание. Всем знакома эта спешка, когда не только мысли, но и ноги заняты поиском подарков. Самое лучшее решение – восстановить силы, тогда и поиски пойдут легче. Ну, давайте вот включим расслабление. Визит в спа-салон. Принято дарить любимым по особым случаям. А что, если профессиональный массаж и релаксация станут доступны в любое время? Для этого и создано кресло Jet. 38 автоматических программ и 60 массажных подушек. Закрыв глаза, можно почувствовать руки массажиста. 4D-массаж – это означает, что ролики работают не только в трех плоскостях, но и с разной скоростью вращаются. У нас это также называют его еще кресло будущего. Светотерапия, музыка, полное погружение в отдых. Это полезно и женщинам, и мужчинам. Я ищу подарок мужу. Он у меня работает в офисе и устает. То есть он вас больше ведет сидячий образ жизни. Даже засиживаясь за работой, можно разминать спину и расслаблять ноги. Современные массажные технологии доступны и в компактном формате. Это гибрид кресла и накидки. То есть можно сказать мини-кресло. Массаж икр, стоун-терапия спины. Тестируя подарок для любимого, главное убедиться, точно ли вы готовы его отдать. Ведь расстаться с божественным массажем очень сложно. В области шеи силиконовые ролики, которые деликатно захватывают вашу шею и очень хорошо прорабатывают мышцы. Подарок можно сделать и себе. Ультратонкая беговая дорожка первая в списке. Здесь вот идут поручни, которые можно разложить. Соответственно, позанимались, вы складываете их. То есть она не будет у вас служить вешалкой, она на колесиках, вы ее задвинули под диван, под кровать. Забота о близких подсказывает удачные решения. Идеи полезных и приятных подарков собраны в салонах US Medica.
У нас, прямо скажем, не Майами и не Бали, как вы все заметили. Но это не повод отказывать себе в серфинге. Сегодня мы разговариваем с инструктором по серфингу, да? И я хочу узнать о тех местах, где в Приморье лучше всего заниматься серфингом. У нас очень хорошие волны. То есть они редко приходят из-за того, что Японское море, оно закрытое. Сюда циклоны попадают, и редко это бывает. И чтобы волна была хорошая, циклон должен в море долго находиться и идти вдоль моря. Разогнать волну, соответственно. Кататься у нас можно, как в Владивостоке, так на севере. Это Находка, это Ольга. Большой камень мы катаемся в Триозере, в Ливаде. Там, где есть открытое море, в принципе, везде приходят волны. Но все зависит, опять же, от береговой линии, от рельефа дна. То есть, в определенных местах можно кататься, серфить, в других как бы нельзя. Там волны не подходят для этого. На севере чаще всего приходят волны. Еще ребята ездят на юг, на Витязи хорошие волны. А как вы прогнозируете, что вот скоро придет крутая волна? Как это можно выяснить вообще? Есть определенные специальные прогнозники, программы, которые используют во всем мире. Есть специально для серфинга, есть просто там погода. Все рассчитывается математикой. Это установлены буи в море, и за счет спутников передается информация на Землю, она обрабатывается, и прогнозники делают свой вариант стечения обстоятельств, какая будет волна, какой будет ветер и какая-то есть статистика. То есть и серфер, кстати, он очень хороший прогнозист. То есть он отслеживает ветер, он отслеживает волну, он отслеживает циклон. То есть мы видим циклон, если он большой, сильный, за 2 недели. И серфер начинает каждый день смотреть, наблюдать за ним, что же с ним случится. Придет он волна или не придет. Придет он на Владивосток, либо придется в Находку ехать, либо на Витязь. И за неделю процент вероятности, что волна придет хорошая, именно Владивосток, составляет там 50%. Ну и за 3 дня, то есть с вероятностью 80%, 90%, можно сказать, то, что волна придет, какая придет, то есть высота волны, период волны, и ветер, соответственно, немаловажный для серфинга. Ты так хорошо знаешь Приморье и серферские места, но я раскрою секрет, что Данил не приморец. Откуда ты к нам приехал? Я приехал из Москвы. Но это было очень давно, и я здесь закончил уже университет медицинский. Ну и, соответственно, я уже корни здесь пустил, у меня семья, сын растет, и я себя в другом городе уже не представляю. Это именно море тебя сюда привлекло? В том числе, да, море меня здесь задержало, и я влюбился в Владивосток за счет моря, серфинга. Чем еще заманчивы наши берега, кроме холода и ветра, мы выясним в следующем сюжете. Массовые многокилометровые забеги по замерзшей глади бухты Навик во Владивостоке уже стали традиционными. И в этот раз живописная бухта приняла участников 4-го ледового полумарафона «Honor Владивосток Ice Run». 70 городов России, 12 стран-участниц, 1000 заявок и призовой фонд 300 тысяч рублей. В СМИ можно увидеть сообщение о том, что бегуны растопили лед. И это не преувеличение. В этом году очень теплая зима, и, конечно же, были некоторые сложности в организации, но, тем не менее, МЧС за день промерила толщину льда. То есть все допустимые нормы. Есть только единственное условие, что мы людей будем пускать кластерами по 50 человек на лед. Основные дистанции на 5, 10 и 21 километр дали возможность всем желающим испытать свои силы и удачу. Отдельная дорожка длиной всего в 0,5 километра собрала самых маленьких спортсменов. Не могла не радовать и погода. Весеннее солнце и блестящий лед – это так по-приморски. Погода чудесная, солнце. И вот когда много бегунов, когда все объединены одной целью, чтобы бежать, чтобы нести радость, чтобы вести здоровый образ жизни, это вообще так здорово. У меня прямо коленки все дрожат, и мне хочется быстрее бежать. На протяжении дистанции были установлены пункты обогрева с горячим чаем и питанием. Бегущих сопровождали квадроциклы и суда на воздушных подушках.
Болельщики на берегу тоже не скучали. Для них развернулись развлекательные площадки. Honor Владивосток Ice Run действительно уникальный марафон. Тем, что проводится на морском льду, и тем, что это лед, от которого тепло на душе. Знаешь что, Данил, мне кажется, ты очень похож на Киану Ривза. Да? Вот я сейчас заметила. И, кстати, правда ли, что все серферы отращивают длинные волосы достаточно? Это стиль такой, да, серферский? Да я бы не сказал, что это стиль. То есть, ну, мне так вышло. То есть, мне нравятся длинные волосы за это. То есть, я там один раз стригусь в год и все. Сейчас, наоборот, на короткие волосы в моде серферов, у серферов. И расскажи о серферской тусовке. У нас вообще в Приморье развито это движение? Много кто занимается серфингом? Ну, достаточно людей. И с каждым годом все больше и больше. Потому что видно в основном тех, кто на сапах выходит в море, да? Серферов меньше заметно. Ну, у нас не так часто волны приходят. Очень многие люди не знают, что у нас волны есть. Они просто удивляются, что можно кататься на серфе до сих пор. Потому что волны приходят с прогнозом, с циклоном и, соответственно, после плохой погоды, либо в плохую погоду. То есть, и, соответственно, человек обычно, который живет в городе, он не поедет на море в циклон. А, скажем так, приезжие серферы, может быть, иностранцы, которые здесь бывали, как они оценивают, да, наше море и наши волны? Иностранцы, да, хорошо. Если, допустим, иностранцы хотят, ну, планируют поездку ради серфинга, тогда они сами понимают, что они могут не попасть там, если, допустим, на 2 недели они приедут, они могут не попасть на серфинг, не поймать волну. Но те, кто приезжают сюда там на месяц, они катаются, и им очень нравится. Они путешествуют по Приморскому краю и ездят в разные места, ловят волны. Есть такие, кто зим не пробовал у нас? Серфинг? Да. Иностранцы? Да. Приезжали, да, корейцы ребята приезжали, с Новой Зеландии приезжали. Ну, приезжают потихоньку, узнают. То есть, ну, во Франции видео про русский серфинг стали появляться. Во всем мире их стали смотреть, там, в новостях, фильмы стали снимать. «Серфинг Сибири», допустим. Европа узнала про серфинг в России, и очень много иностранцев, которые поехали на Камчатку кататься, приезжали сюда, в Владивосток, то есть именно ради серфинга. А в следующем сюжете мы поговорим о модных течениях. Очередной этап зимней бизнес-спартакиады Приморья проходит не на лыжне, не на стадионе, а за столом. Здесь не меньше азарта, морально-волевых усилий и командной борьбы. Организаторы не прогадали, включив в состав спортивных дисциплин интеллектуальные игры. И очень много было заявок, желающих, что давайте этот вид попробуем поставить зимнюю спартакиаду. Но вот как вы видели, вы поставили этот вид, и сегодня же присутствует 15 команд. Это очень хороший результат для вновь введенного вида спорта в зимней спартакиаде. Теперь люди бизнеса могут проявить не только физические способности, но и интеллектуальные. В программе спартакиада не хватает только конкурса красоты. Каждая девушка красива по-своему, и нужно всегда принимать себя такой, какая ты есть. А ум, ну, это уже как бы всегда нужно быть начитанной и верить в себя. Мы решили, что раз сегодня бизнес спартакиада, то спорту будет уделено чуть больше времени. У нас сегодня тема, она не явная, но тем не менее она есть. Это спорт. С первых вопросов команды спешат поймать свою игру. Уйти в отрыв удается немногим. Это как в прыжках с трамплина. Существует минимальный вес, ниже которого участие запрещено. Видно, легкие спортсмены выше подлетают. Спорт требует молниеносной реакции. Ответы приходится искать на земле и в воздухе. В принципе, логически пришли к мнению, что это что-то похожее на воздушный шар, но вот именно слово «стратостат» не вспомнили, поэтому не дотянули, но вот так. Была китайская пословица, ее нужно было интерпретировать на русский менталитет. Это, мне кажется, было самое огненное.
Сразу две команды представляют ОТВ. Одна из них – дебютант интеллектуальных игр. Можно сказать, мы привыкали пока, поскольку ни разу с этой игрой еще не сталкивались. Я думаю, и надеюсь на это, что дальше пойдет веселее. Заработанные интеллектом баллы идут в общекомандный зачет бизнес-спартакиады. Ну а самое ценное – это опыт. Главное не выиграть, главное – быть командой. Лучше волн могут быть только волны, на которых ты еще не бывал. Мы сегодня говорим о серфинге, который, как выяснилось, не имеет границ, в том числе и сезонных. А когда начинается сезон общепринятого серфинга? Ну, в основном все катаются уже, когда комфортная температура наступает. Это с мая температура повышается до 12-15 градусов, и уже вода не так сильно морозит, и гидрокостюмы тоньше становятся, гораздо проще ловить волну, учиться уже можно при такой воде, уже комфортно это делать. Мы в Приморье, опять же, в мае используем 4 мм гидрокостюмы толщины, в июне, в июле их же используем, в августе, август-сентябрь это уже 3 мм гидрокостюмы, ну и, соответственно, если вода поднимается там до комфортной температуры, тогда мы даже катаемся без гидрокостюмов, да, в шортах. Это просто чудо какое-то. Да, и, соответственно, это до ноября можно использовать 4 мм. На самом деле стереотипы, то, что серфинг – это Гавайи, это шорты, там загорелые ребята, девочки в купальниках – это все стереотипы, потому что 80% серфинга происходит в холодной воде. Это Европа, это Америка, это Азия, даже там в Африке холодная вода. Теплая вода, только вот это, ну, опять же, сезонность в Европе какая-то. Это Азия вся, то есть там теплая вода. Ну и, в принципе, все, Гавайи, ну, тоже. Еще немножечко нам расскажи о выборе доски. Надо начинать, если это новичок, соответственно, надо начинать с длинной доски. Она должна быть трехметровая, это лонгборд. В школах для серфинга используют софт. Софт-топ называется доска, это мягкая доска, то есть это как лонгборд, она как профессиональная, единственное, с мягким переплетом для того, чтобы не наносить травму ученику. И плавники там тоже резиновые используются. Она с большим объемом, на ней легко разгребаться, на ней легко вставать и ловить свои первые волны. Соответственно, если, ну, в основном люди, которые себе берут доску, это жесткая доска, трехметровая, чтобы большой объем был, чтобы легче всего было разгребаться, ловить, вставать и кататься. Ну, я знаю, что еще до начала комфортного сезона можно вдохновиться и узнать кое-что о серфинге. Расскажи об этом. Мы второй год уже организуем выставку. «Приморский серфинг» называется. Эта выставка посвящена серфингу, посвящена людям, которых вдохновил серфинг, либо море, а именно Приморское, Японское море наше и наш край. Там будут представлены фотографии серфинга и также картины. Пройдет она 30 марта по 14 апреля. Хорошо, что ж хочется сказать. Штиль не всегда хорошо, иногда нужны волнения. До встречи в большом городе. Наши партнеры – компания US Medica в торговых центрах «Дружба» и «Седанка Сити».